В детской библиотеке прошла презентация проекта «Семейный клуб чудесного чтения», который стал победителем конкурса грантов городского управления культуры. В теплой атмосфере родители и их дети читали книги и показывали мини-сценку по рассказу Олеси Емельяновой «Как волк к лисе на ночлег просился». В новом клубе читающие семьи смогут познакомиться с отечественной и зарубежной литературой, а главное – привить любовь к чтению своим детям с самых малых лет. Иногда в обычной жизни родителям не хватает времени, да, пообщаться, может быть, с детьми. То есть мы вечером маленьким детям перед сном читали книжки. А здесь именно в свободный вечер, выходного дня, то есть здесь с детьми приходишь в библиотеку. Можно устроиться на пуфиках уютно, можно использовать вот наши вот эти замечательные чумы с фонариками, читаем в приглушенной обстановке. Можно читать будет тематические какие-то приключения, какие-то сказки. Я считаю, что это очень прекрасная возможность, куда можно выйти молодым мамам, которые сидят дома в декрете, и не хватает общения, где они могут пообщаться с другими мамами, пообщаться с детьми, немного развеяться, научить чему-то своих детей, привить чтение. Привить интерес к книгам, провести приятное время. Поэтому я считаю, что это прекрасная возможность, прекрасное место и отличная идея. Большое спасибо организаторам. Семейные встречи будут проходить раз в 2 недели на базе детской библиотеки. Ближайшая запланирована на 7 ноября в 5 часов вечера. Я и рада бы впустить, только негде разместить. Без тебя волна ушката. Здесь зверь рыжий, зверь хвостатый.